Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Jugment. Поехали. Так, у нас 78-й день. Да, и у меня один выживший погиб, как мне отписался один из подписчиков. Да, на самом деле, Дэвид, смерть от голода. Вот так вот, ребята. Сам того не зная и не увидевший этого дела, мы потеряли одного из бойцов. Печально, конечно. По-моему, вот эта вот могилка, да, именно для него и будет делаться. Ладно, не будем о грустном. Давайте с вами посмотрим, что мы можем сделать. У нас, кстати, очень много оккультных очков. Куда мы их можем с вами потратить? Давайте-ка посмотрим это дело. Восстановление души. Нужны два набора исследователя. Слушайте, с этим делом у нас проблемы, причем большие. На карте их нету, нужно открывать. А по ритуалам что? Привязка демона. Дьявольская выносливость, призыв бесов и призыв призраков. Это хорошо. И защитная аура. Давайте, наверное, вот это с вами посмотрим, что дает. Так, у нас с вами здесь... Слушайте, не здесь. Кстати, да, мы еще забыли с вами, что нам нужны минералы. 30 штук. Ага, чтобы мы смогли сделать ритуал освещения. Так, здесь все у нас занято. Почему никто не занимается у нас оккультными делами? Меня это не устраивает. Так, где у нас оккультные дела? Так, это исследование, ритуалы, вот они. Кто? Вот, смотрите. По ритуалам, ну-ка давай включим. Рос, пускай у нас делает. Кстати, надо еще кого-нибудь в это дело напрячь. Кто-нибудь есть еще у нас такой спец? Нет, я вижу только вот здесь. Хорошо, пускай Георгий тоже пока занимается этим делом. Так, можем что-нибудь поставить? Да, давайте аптечку влепим. Росу тоже аптечку. Кстати, аптечек нужно наделать. Есть такая у нас возможность или нет? Есть, к счастью, правда, лекарств мало. Хорошо, пускай хотя бы одна будет. Также нам нужно сделать, не знаю, сука, холодильник. Пока обойдемся, я думаю. Так, лекарство, лекарство. Блин, нужно нам все. Броник. Блин, нужны минералы. А они нам нужны для других заданий. Так, давайте по карте мы посмотрим, есть ли они где-нибудь тут у нас. 4 месторождения. Точнее, 4 точки, где они могут добываться. И, если не ошибаюсь, мы сюда как-то с вами уже пробовали ломануться. Ну вот смотрите, в принципе, да, 4 падших и 1 легион. Может быть, все-таки рискнуть? Так, Дебора. Ну, в принципе, неплохо. Ладно, давайте побежим. Подожди, у нас 4 точки. Я вижу только 2. Вот еще одна. Оу, здесь не вариант. А где же еще последняя точка? Вот, вот здесь. Слушайте, здесь, в принципе, 3... Нет. Я думаю, что, наверное... Все-таки вот сюда вот сбегать. Хотя, вроде бы, в прошлый раз мы сюда рванули и получили звездюлей. Ладно, я все-таки попробую. Давайте мы с вами по-быстренькому добежим. Если не получится, также побежим обратно домой. Ну, а... Так, незнакомец у костра. Давайте поделимся с ним. Ё-моё, у меня и салата мало, и хлеба. Давайте хлеба дадим ему. Он в благодарность мне дает руководство тренера. Ага, сброс всех навыков. В принципе, я не знаю, для чего это нужно. Ну, мало ли в дальнейшем нам пригодится. Вот с едой, кстати, очень хреновенько у нас дела идут. Смотрите, как быстро заканчивается пища. Так, секунду. Сейчас мы это дело с вами попробуем исправить. Так, надо глянуть у нас по жрачке что. Салатики, хлебушек и бутерброды. Оу, у нас заканчиваются овощи. И это, скорее всего, из-за того, что у нас никто не занимается грядками. Я, видимо, всех так распределил, что они чем угодно занимаются. Так, строительство, подожди, мне нужно, наверное, скорее всего, фермерство, да? Давайте вот сюда вот поставим доку. Слушайте, а у нас, может быть, кто-то есть более развит в этом деле? Так, Анна вроде бы как занимается. Давай-ка мы... Но этого трогать не будем. Кого же нам влепить? Так, давай Бону. Пускай она этим делом займется. И Августа. Все вроде бы.
Так, Стив у нас особо ничем не занимается, пускай тогда тоже этим делом займется. Строительство, производство. Так. Все, мои ребята добежали. Автобой. Да, давайте попробуем на автобое. Так. Ну. Есть, мы выжили. И 13 минералов. Слушайте, по-моему, не хватит. Но, тем не менее, уже что-то. Так, давайте-ка мы с вами по-быстренькому вернемся. По-быстренькому называется. Кстати, тут еще, смотрите, 40 точек у нас с неизвестным лутом, так скажем. Можно, в принципе, сходить и посмотреть. Потому что никогда не знаешь, что нам может здесь достаться. Блин, ну все-таки как же жалко, что Дэвид у меня погиб. А? Я прям не могу. Он же был у меня раскачан, и, если не ошибаюсь, он был у меня танком. Он бегал у меня с мечом. Эх, да. Переигрывать я, ребят, не стал, потому что очень много времени. Хотя, если честно, даже можем с вами это дело посмотреть. Когда у меня, так, 17 выживших. И 18, это, извините меня, на 64-й день. Это слишком долго. Ладно, перебьемся. Могилку так никто и не сделал до сих пор. Так, это дело не пойдет. Давайте посмотрим, кто у нас там по строительству очень крут. И... Так, по строительству я сказал. Да никто не крут, все... Так, торговцы нас навестили. Ладно, хорошо, давай, док. Я, конечно, нет. Аннабель лучше мы сделаем. Где могилка-то, ё-моё? Чё-то я не понял, я куда-то ее вроде бы здесь устанавливал, недалеко. Что за фигня, где? Эй, вы прикалываетесь сейчас или чё? Я не понял, блин. Ё-моё, я же отменил, походу. Ой, дурень. Я хотел, думал, снять чувачка с этого. Давай, вот делайте здесь. Так, Анна. Анна не может выполнить эту задачу. Блин, опять отменил. Погоди-ка, я что-то не понял. А кто может? Слушайте, надо ее нафиг подальше, мне кажется, как-то. Мне кажется, будет она мешаться там и... Как бы вам сказать? Может быть, плохую репутацию какую-нибудь давать? Хорошо, раз Анна не может, может быть, тогда док? Чё за бред? Стив, ты... Ну вот, Стив не... А почему никто не может выполнить-то? Эй! Аннабель, ну-ка, ты... Нельзя. Том, ты... Тоже нельзя. Вот так новости. Видимо, кто-то должен быть такой бесстрашным, чтобы смог сделать это задание. Так, хорошо, ладно. Запрос о помощи. Опять этот эмиссар из загробного клуба бежит к нам. Ну и что ему на этот раз нужно? Опять на них тут нападение, наверное, какое-нибудь, да? Здесь. Ну, в принципе, с этими лошпенами мы справимся. Так, хорошо, давайте, ребята. Я понимаю, конечно, вы немножко у меня покоцанные. Но с этими чертополохами нужно помочь. Давай-ка по-быстренькому добежим. Ну, у нас автоматическое сохранение. Если что, мы сможем с вами в любую секунду переиграть это дело. Ну, а так, как говорится... Ёкаламане, еще и возле моей базы разведчики эти демонские появились. Все как-то сразу и не в тему. Карта у нас здесь, ну, не такая уж и большая, но все-таки... Тихо, бегут. Вот они. Давайте, шмаляйте по ним. Оборотень один готов, оборотень два готов. Ну, это еще не все. Вот. Так, одержимый. Ну, давайте вы, елки-палки, что вы не можете с каким-то сопряжуем справиться? Так, призрак. Давайте в призрака еще. Так, там еще кто-то идет. Еще один призрак. Ну, в этого-то будете у меня? И еще не все. Так, суккуб. Хорошо, суккуба мы должны положить, в принципе. Все. Ладно, с этим заданием мы справились. Только помощи они мне конкретной не дают. Понимаете, ребят, я жду от них чего-нибудь полезного, а они мне дают либо лом, либо еще какую-нибудь чушь, которая мне не нужна.
Сейчас у нас еще одна разборка, но тут уже, как говорится, мы будем делать это для своей базы. Так, оп, тихо, пруд. Так, жнец, одержимый, демон. В принципе, пока ничего такого серьезного я не вижу. Демон готов, все, с этими справились. Но здесь еще, как вы видели. Так, оборотень и жнец. И еще один оборотень. Лашпены. Давай, куда, блин, бежите-то все, Дебора. Дебора, я говорю, сгинь отсюда нафиг. Лезет он на рожон. Ух, все, нет. Нет, кто-то смылся там, блин. Так, я его сейчас должен настигнуть. Ах, это жнец у нас. Ладно, встанем вот здесь вот. Огонь! Стал огонь, ё-моё! Фух! Довольно все легко. Что там нам дадут? Серы? Ага, эктоплазму. Демонит. Ладно, все сгодится. Эх, возвращаются. Пускай они домой у меня. Так, по еде. По еде вроде как выравниваемся, но еле-еле-еле. Я думаю, что, наверное, нам надо с вами... Может быть, еще пару огородов посадить, грядок. Как вы на это смотрите? Хотя, если посмотреть, у меня их просто кишит. Причем никто их не обрабатывает. Они уже, бедные, вон, засыхают у меня. Это говорит только об одном, что нам нужны еще дополнительные жители. Так, еще нам нужно как-то алмазы начать уже добывать. Кстати, минералы, это, скорее всего, и есть алмазы. Так, сколько у меня научных очков достаточно? Давайте глянем, что мы с вами... Да я сказал, научные очки, блин. Они оккультные. Так, горное дело. 10% к добыче. Слушайте, вот где мне взять данные исследований? Тоже очень полезная штука. Открывает нам трансмутатор и бесчувственница. Также алмазную шахту. Вот надо полюбасику это делать, но... Данные эти найти надо еще где-то. Хорошо, а что у нас по оружию? Улучшенные пистолеты и мечи. Кстати, тоже полезная вещь. Ядрёна вошь. Снайперская винтовка. Ух, шикарно. Рельсотрон. Ну это прям уже как Fallout какой-то пошел. Штурмовая винтовка. Опять же, данные исследований. Где же эти диски-то нам взять? Жезл оглушения. Оглушитель, щит повстанца. Ух, боевой дробовик. А сейчас у меня что, обычный дробовик, что ли? 50-й калибр. Да, это как винтовка Драгунова, ё-моё. Низкотемпературное оружие. Замораживающий луч. Винтовка Амтар-21. Нужны какие-то чипы с данными. Ледяная граната. Лучевая, блин, тут уже какое-то будущее у нас будет начинаться. Так, ну мне нужны, конечно же, вот, добыча алмазов, а для этого нужно развить геологию. Диски с данными, хрен знает, где их брать, я пока еще не видел. Мусорные доспехи, до сих пор, кстати, я не выучил портное дело, но, может быть, и к лучшему, хотя хрен его знает. И продвинутая логистика, эх, тоже нужна. Короче, в любом случае, так, скорость путешествия 15%, и естественное восстановление плюс 50%. Ого. Слушай, ну здесь нужны наборы исследователя. Где их нам найти? Неужели придется нам с вами отправляться на разведку? Потому что здесь, по-моему, у нас их нету. Да, к сожалению. Кстати, да, что я ворчу да ворчу. Нам же нужно посмотреть, хватает ли у нас... Так, колдуешь? Молодец, колдуй. Мы для чего с вами искали кристаллы-то эти? Для того, чтобы сделать нам... Что мы хотели сделать-то, ё-моё? Нет, не бронежилет, а что-то такое нормальное. Черт, из головы вылетело, вы представляете, а? Мы с вами... А, ритуал же, точно. Вот он. Как раз. Все, ребят, я сделал заявочку. Это все будет после того, как они сделают вот эти вот все ритуалы. Кстати, здесь у нас что? Аура скрытности. Так, тактическая группа окружается аурой, скрывающей ее перемещение. Понятно, нас типа никто видеть не будет. Кстати, воды тоже маловато. Чего она так быстро тратится? Да елки-палки.
Нужно теперь кого-то обязательно, наверное. Хотя Глеб добывает воду, но он, видимо, не успевает просто-напросто. То, что он добывает, мы тут же сразу выпиваем. Причем для чего я, вот спрашивается, вот эти вот штуки ставил, а, ребят? Полнота 41. А, они наполняются, потом, видимо, прибавляются. Скорее всего, так. Помните, да? У меня было их 1500 воды, почти даже 2. И так быстро мы ее высосали. И вот насчет вот этого я не понял, если честно, вот создание минералов. Нам нужна вот эта первичная материя, которая, по-моему, тоже не так легко, как казалось бы, добывается. Так, нужна глина. А с глиной-то у нас вообще проблема. Кстати, да, нужно... Геология-то, ё-моё. Никто ей почему-то не занимается. Аннабель, ты куда идешь? Так, принятие пищи, это все, конечно, хорошо, что ты там решила покушать. Что это такое? А, да, потребление пищи минус 30%, это хорошо. Пускай они питаются святым духом. Хорошо, так, ладно. У нас очки, значит, научные. Набор исследования, все. Собираем свою команду и бежим. Давайте, наверное, мы сходим с вами. Там наверняка у нас море. Куда-нибудь, блин, далеко-то неохота бежать. Давай вот сюда вот сбегаем, на разведку. Главное найти, и чтобы действительно там было поменьше демонов, с которыми нам потом предстоит будет драться. Ой, тут уже вода пошла. Это плохо. Ну, я бы, честно говоря, еще не отказался бы от какого-нибудь хорошего... Так, мистический сбор. Участники тактической группы Минотавры обменялись тревожными взглядами. Они все почувствовали мелкую рябь в воздухе, ощущение искажения в мире. Шепот отдается гулким эхо, словно разговоры происходят на большом расстоянии. Каждый шаг наполнен чувством опасности. Один участник отправляется вперед на разведку, и вы с беспокойством чувствуете, будто минуты ожидания растягиваются в часы. Когда вы уже собираетесь пойти на поиски разведчика, он возвращается и сообщает, что на соседней поляне группа демонов делает что-то. Вы не уверены, следует ли прерывать их, и не понимаете, что они делают. Слушайте, ребята, я в тот раз это делал, и у них там, они на могилах там шарились, что-то искали. Хотя мы думали, что там у них какой-то ритуал производится. Так что я даже не знаю. Ну, давайте атакуем демонов. Попробуем, если что. Вслед за неестественным похолоданием приходит сильнейший мороз. Кто-то шепчет, что демоны выполняют какой-то ритуал, может даже призывает своих соплеменников. Ритуал нужно остановить, но кажется, обстоятельства явно не на вашей стороне. Вы еле передвигаетесь, любое движение замерзших, конечно, приносит адскую боль. Черт, ну это как и в тот раз все было. Хорошо, но в тот раз я все-таки не зря здесь ходил. Мы им помешали копать могилы, и я нашел, по-моему, там очень хороший для себя на тот момент меч. Сейчас... Ох, ё-моё, их тут очень-очень много. Так, Дебора, держись, родная. Я за тобой наблюдаю. Что там еще, а? Так, надо ее подлечить. Это однозначно. Все, где у меня буковка Q? Пойдемте дальше с вами смотреть территорию. Так, тихо, вижу. Тут у нас гончая и демон, и оборотень. Ну, в принципе, это лашпены. Разберем их на раз, два, три. Ух, отлично. Что мы здесь найдем? Шкуры. И все? Воздух проясняется. Немедленно со смертью последнего демона мистическая муть внезапно исчезает. Вы неуверенно смотрите в небо, задаваясь вопросом, сколько же времени прошло с тех пор, как вы вошли в этот призрачный лес. Вы обыскиваете место проведения ритуала и понимаете, что демоны копались в могилах. Вокруг разбросаны странные механизмы и артефакты. Участники группы Минотавры уверены, что найдут что-нибудь полезное. И мы находим, ребята, с вами глаз Хоруса, уровень 3, редкий. Аура удача, дальность 2, точность плюс 10%, уклонение 10%. И вы посмотрите, сколько... А, да, покупка стоит 3200, а продажа 640. Ну, точность и уклонение 10, я думаю, что эта штучка нам пригодится. По крайней мере,
ближнику стопудово, чтобы он мог уклоняться. Хотя и дальнику тоже зайдет неплохо. Почему? О, о, ребят, смотрите, местечко какое нашел. Ёлки-палки, вот здесь вот 100% должна быть вот эта фигня, которую мы с вами ищем. Так, погоди, я сейчас пока не хочу ничего исследовать. Я хочу тут открыть побольше вот этой территории. Ё-моё, да тут просто залежи. Обалдеть. 100% вам говорю, что здесь будут у нас вот эти вот исследовательские пробирки, которые мы, в принципе, с вами и ищем. Вот они, эти школы, которые нам нужны. Хотя там вроде бы книжки знаний, но тем не менее. Так, ладно, все. Давайте теперь посмотрим. Появилось у нас... Да, ты посмотри, 16 штук их на карте. И глянем... Это кто еще? Цербер. Ядрить его на корень, ребят. Такого раньше я не видел. Это в первый раз. Ой, лич какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, левел кто-то получил, это хорошо. Требуется помощь. Блин, я бы с радостью, бы, конечно, бы помог... тебе, выживший, но сейчас немножко занят другим делом. Стойкость, стойкость. Ну, давай стойкость изучим. Хорошо, бог с ним. Слушайте, ребят, я не знаю. Маракс какой-то. Ёпрст, это уже новые виды демонов. Ребята, это что-то. А это кто? Это Маракс. И я даже... А вот этих... Блин, я не знаю, что мне сделать. На кого напасть? Блин, личи какие-то, как с ними бороться, пока без... Во! Ну тут 5 легионов. И, блин, плюс 2 этих картонаха. Кстати, вот сюда. Да, ребят, почему бы и нет? Поехали вот сюда, вот попробуем мы в эту шапку зайти. В шапку, ё-моё, школу. И... Если будет удача на нашей стороне, я надеюсь, что мы все-таки сможем здесь... выиграть. Автобой. Фу, блин. 2 падших, 2 легиона. Очень-очень опасно, но попробуем. Давай автобой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, выживи. Фух. Нам повезло, ребята. Причем очень крупно. Так, я, смотрите, еще нашел книжку исследований. Плюс алкоголь и святой текст. Падшие ангелы могут носить их с собой. Также можно найти в некоторых локациях. Это нужно для ритуалов. Понятно. Я даже не знаю, стоит ли... Нам нужно, по идее, 2 таких штуки. 2. Рискнуть, не рискнуть. У них здоровья-то, по-моему, мало уже, да? У нашей группы-то. Эх, нет, не буду рисковать. Давайте с вами вернемся. Подхилимся, как говорится, наберемся здоровья и уже потом опять отправимся сюда. И я думаю, что уже накумарим как следует. Так, смотрите, еда у меня растет, а вот водичка, к сожалению, у меня падает. Я не могу... Так, подожди, не надо спешить. Я не могу позволить, чтобы у меня мои людишки погибли от обезвоживания. Нужно распределить задание. Кстати, здесь-то... Здесь выполнено. Ага, вот я что хотел посмотреть. Сера очень полезна при проведении любых изысканий в темном искусстве. Призовите несколько бесов для сбора серы. Будьте осторожны, бесы не дадут просто так себя убить. Я-то думал, что мы будем бесов на свою сторону призывать, а это как для ресурсов. Хотите немного эктоплазмы, тогда призовите призраков, однако убить их будет не так уж просто. Зашибись, и для того, что... А, ну да, я буду тратить серу. Блин, ну что ты будешь делать, а? Потребление пищи 30%. Вот это вот мы с вами закажем. Здесь почему-то до сих пор еще ничего не сделалось. Так, про водичку я хотел, да? Давайте посмотрим, кто у нас там чем занят. Вода обязательно нужна. Причем, смотрите, у меня только 2 на воде. Так дело не пойдет. Давай-ка вот тебя сюда мы подключим. Потом, во, 160% у самого Тома. Он занимается причем всякой ерундой. Ну как ерундой? Фермерство это не ерунда. Это тоже очень нужно. Андрей. Кстати, мы еще, наверное, с вами успеем или нет? Нет, уже не успеем. Или успеем? Так, подождите. Глядим карту. Нету, да? Все. Выживший не выжил. Которого нужно было спасти. Жаль.
И ритуал до сих пор, по-моему, у нас этот основной не делается, который я здесь заказал. Странно как-то почему-то. Где у меня человек, который должен именно заниматься этим делом? По ритуалам. Приоритеты. Так вот, ритуалы, давай. Все, надо же. Георгий занялся этим делом, молодец. Так, и я хотел, кстати, на команде Минотавров установить тот самый амулет, который мы с вами нашли. Они уже прибежали, молодцы. Только вот к кому? У нас с вами в команде... Так, Стив, почему у тебя в руке ничего нету? Ты не можешь носить дробовик, еще лучше. Так, только не говорите, что у меня нету чувачка, который... Враги приближаются. Все, я понял. Активируем режим сбора. Так, дробовик, значит. Я все про этот дробовик трясусь. Ну-ка, давайте-ка. Блин, действительно, никто не может использовать. Вот бредятина. Стив, ну-ка, что ты... Зачем тебе этот амулет? Я думаю, что не нужен. Ты все равно у нас ничем не занимаешься. Блин, вот от этих луков, по-моему, уже пора давным-давно избавляться. Это уже хлам. Так, Георгий, Юля у нас... так, подожди-ка, Георгий. Давай-ка мы вместо гранаты, наверное, тебе все-таки поставим... Георгий, я сказал, поставим тебе аптечку. И пол, куда? Куда аптечка-то делась? Эй! Хитрёна вошь! Хорошо, давай хотя бы амулет тебе влепим. Все, ты у меня с дробовиком, как раз он тебе на точность и уклонение. Так, я не понял, архаровцы, я вам сказал, блин, бежать. Вот так вот, наверное, это нужно сделать. Пускай они здесь встают, потому что в любом случае они все здесь не поместятся. Нам придется, наверное, вот этих вот чувачков вот сюда выставлять. Да. Ну, и что вы опять все куда-то разбрелись? Голодуха? Выживший голодает. Выживший у нас голодает. Это плохо. Пускай поест. Кстати, да, здесь нужно поставить... А чё я туплю-то? Мы же можем здесь вполне сделать вот так. Пускай будут здесь столы с едой. Да, в принципе, все логично. Кто-то спать, блядь. Что, кровать им сюда, что ли, ставить, блядь? Чтобы он, видите ли, захотел отдохнуть у меня. Ну что, надеюсь, все поели, все сытые. Так что давайте, ребятушки, уж собираем манатки и бежим в этот, в домик. Все. Потому что атака неминуемая, и сейчас уже это все дело у нас... произойдет с минуты на минуту буквально. Ну что так долго-то? Я что, специально все это делаю, а? Давайте сюда все, все абсолютно. Все, режим обороны, да. Забегайте, человечки мои. Нас ждут великие дела. Кто там опять спать хочет? Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Вот этих вот ребят выставим, пожалуй, вот сюда. Нам бы главное продержаться. Так, я думаю, что, наверное, еще парочку мы сможем сюда перекинуть. Как-то так, да? Ну, где там атака-то? Все, нападают. Да, у меня все тут под контролем. Ё-моё. Так, вышки здесь у меня стоят, которые меня будут... Которые меня вообще ничего не делают, блин. Я не знаю, откуда бежать. Так, Дебора, ты куда? Ты у меня ранена. Иди вот сюда, вот быстрее. Стреляйте, погончий. Вот, молодцы. Так, главное, ребят, чтобы все у нас тут прошло чинарем, как говорится. Дай-ка я вот так вот сделаю. Эй, 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 эй. Ты, блин, твою дивизию. Как они так умудрились? Ладно, давай переиграть. Это нафиг не дело. Нифига их там навалило-то. Давайте вы, ребята, с разных сторон. Не надо мне со всей этой.
Так, видно. Так, Дебора, давай беги сюда. Да, сказал тебе. Так, Лина у меня стоит на первом месте. Ё-моё! Фу, так, отлично. Пускай они лучше по одному бегут. Так, Георгий, 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 ничего нету. У нас есть массовый отхил. Он нам, надеюсь, поможет. Так, Георгий, блин. Да валите в этого призрака-то уже. Все, одержимый тут остался один. Так, мне нужно следить и там, и здесь. Попробуй-ка тут следить за ними. Так, демона, давайте валите демона. И еще один тут завалился к нам. Машет, машет. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Бум, получил. Подхиливает обязательно. Также вот на этого чувачка свиток, чтобы у него не такая была защита. Все, нет? Да, ребят. Ух, справились. И ничего хорошего нам не дали. Жаль. Слушайте, у меня, по-моему, нету лекарств. Медицина вообще у меня отстает. И они даже не могут себе потом восполнить здоровье. Какого лешего выжившие голодают, а? Блин, совсем хреново. Я не хочу, чтобы еще кто-то у меня смог отдуплиться от того, что у нас не хватает еды. Хотя вроде бы с едой нормуль. Вот с водичкой как-то кисло все это дело. И огороды опять у меня стоят мертвым грузом. Никто даже к ним не подходит. Все у нас тут что, на очках? Нет, кто-то у нас тут вроде бы лом. Кстати, да, надо отказаться от лома, Макс. Давай-ка мы с этим делом пока завяжем. Не будем мы это дело делать. Тем более я тут навлепил себе хрен знает сколько. Займись-ка ты лучше какими-то другими делами, потому что этот лом ты будешь вечно собирать. Ну, а толку от этого никакого не будет. Все равно мы практически не торгуемся. Так, Стив у меня занимается любимым делом. У нас самый такой, как говорится, лучший, это, по-моему, Грег. Да? Который у нас по огородам. Там, спец. Слушайте, что-то я так говорю, у меня мало как-то жителей, кажется. Ё-моё, они все хотят спать. Практически все уставшие. Кровати уже не хватает. Это говорит только об одном, что нужно все-таки здесь делать койки. Поэтому я пойду им на уступки и сделаю кровати. Там, где спят, там и едят. А здесь до сих пор еще никто не сделал койку. Ё-моё. Так, Стив, ты куда у меня пошел? Погоди-ка, а, это у него... Понятно. Сон так отмечается. Ладно, у нас с вами довольно неплохо очков. Надо глянуть, что мы можем с вами сейчас сделать. О-о-о. Нужно ждать, ребята, научных очков 2000. Хорошо, давайте глянем по оккультизму, что у нас. Восстановление души. Это хорошо. Защитную ауру мы можем сделать. Итак, смотри-ка. Перевоплощение и изгнание зла. Эх. Да ладно, была не была. Все равно еще 2000 очков нам нужно научных заработать. А тут, видите, как-никак. Перевоплощение и изгнание зла. Сейчас мы глянем, что это вообще означает. Ага, глянем, как же. Пока они это не сделают, ничего мы с вами не глянем. А Георгий будет здесь, по-моему, вечность колдовать. Но... И есть у меня... Кстати, вот эти вот палатки почему-то нифига не помогают. Ничего они меня не предупреждают. Как ни странно. И вот эти почему-то не стреляют. Используются во время боя только теми, кто вооружен. Да, но используют... Твою дивизию. Сами, говорю, они стреляют. Тут должен кто-то стоять. И обязательно с огнестрельным оружием, блин. Дальнобойным. Вот только тогда она будет работать. Блин, вот это фигово, ребята. Фигово, хотя почему фигово? Мы можем с вами сделать как? Например, взять кого-нибудь, да? С огнестрелом, там, с луком, неважно. И поставить, предположим, вот сюда. Почему это ухудшились-то, ё-моё? Эй, муравейник. Нифига они опупели. Я им, блин, помогаю, а они мне только ухудшают все это дело. Да и пошли они куда, козе в трещину.
Так, а мне нужно с вами отправляться опять же на поиски вот этих вот... Как они называются-то? А, наборы исследователя. Ух, да, демоны здесь. Вот. Нам просто фортуна улыбнулась. Мы пойдем с вами сейчас на спасение для начала. Живы, здоровы, все нормуль. Ну, кроме Деборы. И, кстати, нам бы не помешало еще, знаете, что с вами найти? Это у нас, вот, лекарства. И они находятся обычно, ну да, конечно, во всех медицинских забегаловках. Обязательно нужно их навестить, потому что мои раненые ребята должны быть здоровыми, отлеченными полностью. Чтобы у меня в следующий раз уже голова не болела. Ну что же, добрались. Давайте спасать. Опять же, все это будет не так легко. Я даже думаю, что мы с первой попытки с вами не сможем спасти. Но попытаемся, по крайней мере. Так, вот они уже. Кто? Ё-моё, легион идет. Хоть послабее, ты не мог... Так, легион, суккуб. Так, и вон там выживший, я его вижу. Легион прет. Один готов. Так, суккуб валяется, легион. Ну, отлично, все, мы его добили. Так, бежим, вот здесь у нас как раз и выживший. Жалко, нельзя сохраниться именно вот в данный момент. У нас идет только перед началом боя. Так, Георгий, ты у меня, по-моему, ты же дробовиком, да. И здоровья-то у тебя маловато, надо тебе маленечко подхилять. Так, УЗИ нам пригодится, это тоже пригодится, пригодится. Блин, ну кого можно поставить? Давай Дебору поставим. Пускай она освобождает. Где? Откуда попрут? С какой стороны? Главное, чтобы не с этой стороны. Тут у меня Дебора. Так, хорошо, отлично. Суккуб летит. Расстреливаем его. Так, погоди, тут еще кто-то... Нет? Показалось? Нет, не показалось. Вон он, ё-моё. Это падший ангел, оказывается, у нас... Стрелок еще тот, блин. Надо подхилять Юльку обязательно. Падший ангел. Готов. Так, возвращаемся. Кто-то опять где-то бежит. Но пока не вижу. Сейчас появится, поверьте мне. Так вот мы всех возьмем. Воу-воу-воу-воу-воу, со стороны Деборы. Дебора. Блин, вот это вот карнатаха. Есть, фу. Все нафиг, давай-давай, быстрее, ребята, сматываемся отсюда. Только бы никто не вышел, Аси. Да какого лешего-то, Глеб? Твою дивизию, а, вот они. Блин, давайте попробуем заколбасить. Кто там еще, блин, призрак? Макс, ё-моё, блин, ну... Ай, это все из-за этого олуха, а? Блин, я отвлекся, все. Мы бы, наверное, все-таки успели бы убежать. Не знаю, ребят, может быть, я потом это все вырежу дело. По 30 раз проходить, я думаю, что у вас нет никакого настроения на это смотреть дело. Но поверьте мне, у меня тоже нет никакого настроения, блин, проходить это по 1000 раз, блин. Так, ну, валим, 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 валим суккуба этого демона. Там еще, блин, легион подтягивается. Георгий, отойди нафиг. Он, видишь, колбасит очень сильно. Давай вот так вот побегаем. Пускай он на нас отвлекется. Так, теперь нужно найти нам выжившего. Где-то, наверное, внизу будет он у нас или нет. Да, отлично. Блин, офигеть, я появился отсюда. Потом мне опять туда бежать. Хреново это все дело. И не забываем, здесь у нас падший ангел. Это вонючие эти стрелки. Мощные паразиты. Так, ладно, Георгий. Короче, вот так вот сделаем. Глеб, иди сюда. Рос, прикрощись, что вот так. И Максим сюда встанет. Вроде бы вот так вот, нормуль. Остается только ждать. Ну, где вы, отродье? Появились, блин. Так, Георгия, подхилим маленько. На всякий случай. Дебора, Дебора, у тебя граната, Дебора, это хорошо. Нага, получи. Получил гранатой, фашист. Ну,
Нет, это еще не конец, ребята. Это еще не конец. Так, кто это? Что за враг? Это легион. Сейчас я на него заклятие-то брошу. Давай. Вот так. Пускай он будет ослабевшим. Хотя он даже ослабевший идет как танк. Готов? Ну? Да ё-моё, через каждые 5 секунд прут. Кого можно подхилить? Ну, есть только Роса. Чуть-чуть. Глеб, ну куда ты бежишь-то? Чтоб подхилить, мог бы издалека там кинуть ему свиточек и все. Кто идет? Ай, Карнатак, Карнатак бежит. Так, Дебора, подальше нафиг. Так, одержимого валим. Все, спасли, нет? Нет, еще не спасли. Кто тут еще? Блин, легион опять идет, а? Ладно. Я думаю, что мы его, в принципе, должны тут расстрелять. Дебора, бонзай делай. Все, это у нас Люси. Теперь нам главное, блин, смыться отсюда. По-добру, по-здорову. Смотрим, ребята, на вражин. Если где появляется, сразу... Дебора, нифига ты у меня видишь. Оп, заваруха. По звуку определяю. Кто? Два суккуба летят. Ладно, с ними-то должны справиться легко. Ё-моё, так, демон, хорошо, его тоже должны порвать. Продолжаем сматки. В принципе, здесь уже недалеко. Чуть-чуть осталось. Поднажмите, братки, поднажмите. Все, можно ускориться. Есть. Не забываем, что у нас Люси и... По старой традиции уже, как говорится, мы делаем с вами... А что мы делаем? Вначале мы возвращаемся домой. Потом уже будем брать и выставлять на случай войнушки. Как помните, в прошлой серии было, чтобы этого... Стычка еще! Ски. Ага, все легко и просто. Стычка была элементарной. Так, забегаем к себе на карту. Выбираем всех. Выбираем всех и ставим вот сюда. Так, это у нас в режиме обороны. Вот так вот мы делаем. Вот. Все. В принципе, больше пока здесь ничего не надо. Да идите вы по своим делам же, все, нормуль. Успокоились. Нет, не хотят успокаиваться. Хорошо, давай тогда я вам покажу место для сбора. По-моему, они сейчас сюда встанут и побегут по своим делам. Да, отлично. Так, с едой пока хорошо. Вот с водой вообще просто оврал, ребят. Вода кончается моментально. Меня это очень сильно расстраивает. Нужно как-то это дело исправлять. Приоритеты. Я же вроде бы уже поставил, да? Может быть... Слушайте, а может быть у меня колодцев мало, и они не справляются? Всего лишь два... Ну, плюс водосборники, как вариант, можно предложить поставить еще пару колодцев. Как вариант, ребят. Так, где бы тут влепить? Ну, давай вот здесь вот с тобой поставим. И еще... Еще где-нибудь вот здесь. Да, как вариант, должно прокатить. Все, чтобы вода у нас была в шаговой доступности. Что у нас по очкам хреново пока все. Мы с вами собирались кое-куда сходить, но для этого надо посмотреть, сделалось ли у нас... Так, могу УЗИ сделать, да? Также могу вот это сделать. Урон 26, а УЗИ 16. Заманчиво. Так, а вот это вот нам пригодится, бронька. И ствол мы все-таки, наверное, сделаем, да? Урон 15%, точность... Тоже 15%. Пистолет и святое оружие. Только тот сможет использовать святое оружие. Тут еще надо найти, у кого есть святое оружие. Это, ё-моё, я не хочу, чтобы мы с вами сделали, и оно у нас просто так лежало. Смотрите, святое оружие. Нифига себе, у Мэй пока не развито. Хотя, ладно, фиксим, ребят, давайте мы закажем, а уже потом, если что, подучим кого-нибудь.
Ага, тут еще, смотрите, 20 меди нужно. Пушка Гаусса, урон 28, это хорошо, но с медью проблемы. Вот так вот. Вот, аптечка. Закажем. Демонитовые доспехи пока нам не нужны. Так, мы здесь с вами... Да, вот это вот нам нужно. И для этого нам нужно отправляться за набором исследователя. Что-то ты как-то, Георгий, тут слишком долго шаманишь. Я посмотрю. О, Юля что-то делает. А, это колодец. Слушайте, а могилкой так никто почему-то не хочет заниматься. Странно как-то. Почему никто не хочет ей заниматься? Так, при работе колонистов на смотровой площадке уменьшается заметность базы. Ладно, это все, я, конечно, понимаю. Все живы-здоровы. Да, мы же хотели с вами сходить за лекарством. Вот здесь вот, я думаю. Да, самое то. Так, минотавры побежали за лекарством. На всех парусах желательно. Сейчас мы это дело добудем. Кстати, у нас лома 759, да? Сколько он там добывал и только лишь вот столько насобирал. Очень и очень мало. Хорошо, давайте-ка автобой, естественно, автобой. Должны их порвать просто-напросто. Да, что-то Дебора, конечно, сдает позиции. Ну и сколько вы мне дадите? 16 плюс консервы. Это хорошо. Здесь у нас кто? Ух! Наши клиенты, давайте их тоже посетим. Слушайте, в эту игру можно, ребята, играть просто, знаете, часами. Часами играть, развиваться, и все равно будет казаться, что не слишком достаточно. 4 всего, ё-моё, да чё ж так кисло-то? Ну, давайте еще до кучи вот здесь тогда проверим. Хотя, мне кажется, что больше всего будешь получать, когда будешь атаковать вот эти вот медицинские пункты. Там будет самое то. Мы можем, в принципе, наверное, проверить с вами это дело, прав я или нет. Так, автобой, блин, тут их дофига. Ну, попробуем. Так, тихо. Отлично. Сколько? Да ладно, но зато мы с вами получили компоненты. Это, кстати, тоже очень хорошо и нужная вещь. Хорошо, разворачиваемся и бежим с вами обратно домой. Кстати, надо будет еще проверить нам пункты, где обозначены знаки вопросов. Может быть, там можно найти что-нибудь полезное, хорошее. На то они и вопросительные, чтобы мы не знали, что там можно обнаружить. Слушайте, все. Так, лорд войны. Новое достижение у нас. Давай глянем, что у вас тут, ребятушки, есть. Ох, ё-моё, яд демона. Вот это броня, вот это я понимаю. Скорость атаки 25%, движение 30%. Ха-ха. О, здоровье 130. Слушайте, я не понял, они чё? Длительность 15. Они заканчиваются все, что ли, или нет? Длительность 10. Полевая медицина. Цена покупки 1200. Это я еще 430 ему еще и должен, блин. И чем же мне расплатиться? Так, навык, редкая броня. До сих пор у меня лежит. Так никто ей и не воспользовался. Кстати, это неплохой вариант посмотреть. Кулон интуиции, да? Ух ты, скорость оккультизма, ну, исследование, я имею в виду, 25%, и скорость исследования 25%. Ну, цена 6400, да дуреть можно. Слушайте, а сколько... Так, ладно, подожди, мы сейчас откажемся, пожалуй, от журнала. Да ё-моё! От журнала откажемся и попробуем. Они что, издеваются, что ли, надо мной? Дороговато как-то все это стоит. Ладно, хрен с ним. Лом нам не нужен. Поэтому мы его для этого и собирали, чтобы, как говорится, потратить. Так, и что у нас здесь по лечебке? Давай всех. Смотри, хватает.
Тут аж на Дебору нужно аж 10 лекарств, чтобы она нас подхилилась. 19 из 39. Отлично. Я надеюсь, они будут все-таки лечиться, а не бегать тут дурака валять. Георгий, ну ты же раненый, почему ты не пошел восстанавливать себе, как говорится, здоровье? Все, больше не отмечается, как ни странно. Так, Юля, ты пошла, наверное, лечиться или спать все-таки, а? Нет, Юля пошла лечиться почему-то, хотя у нее здоровье полностью было восстановлено. Ха, хитрожопая, а? Так, камень, глина, все это нужно, ребята, нам добывать, собирать, поэтому я отмечаю. Так, камень тоже отмечаем. Подожди, я же сказал, отмечаем камень. Вот. Глины очень мало у нас. Буквально вообще мизер. Очень мало залежей. И, как видите, почему-то у нас никто не собирается делать разведку геологическую. Так, давай-ка Дебора, нет, пускай она там, она исследования какие-то делает. Какие же ты у меня, Дебора, делаешь исследования? Ага, понятно. Ладно, хорошо. Пускай изучает, но тем не менее нам с вами... Так, подожди, что же еще хотела? За лекарством мы сходили. Это сходили. Так, на эти очки, да, нужны исследовательские? Ё-моё. Как о них подумаю, блин. Аж плохо становится. Бежать вот сюда. Вот, вот этот вот еще, наверное, потянем отрядик. Блин, Дебора раненая какая-то вся, покоцанная. Броник-то могу? А, кстати, да, насчет плетеного доспеха. Ёлки-палки, нужно посмотреть, кто его в конце... Воу! Мэй может носить. Том тоже может носить. Погоди-ка, я не помню, у меня что, уже все могут их? Действительно, все могут носить. Тогда поставим, конечно же, Деборе. Подожди, я не понял. Дебора... А где доспех? Что за ересь-то? А, Мэй? Все-таки Мэй себе надела. Но пуха мне не нравится. О! Вот, вот это другой разговор. Мэй священник, оказывается, у меня. Ха-ха. Слушайте, я думаю, что пора эту барышню взять, наверное, еще вот так вот сделаем, к себе в команду Минотавры. Я думаю, что вы, наверное, со мной согласитесь. Так, где у нас... Дебору мы отсюда, наверное, уберем. Так, подожди, мы не здесь менять ничего не будем. Мне нужно вот так вот подробно. Дебора. Дебора минус, а Мэй нам нужна. Вот. Вот так вот. Ха-ха. Теперь не грех и сюда сходить. Как раз все здоровые, все целые, все довольные. Сейчас мы с вами будем добывать очки исследователя. Давай, давай, быстрее добегайте. Блин, нет, ребят, что-то вообще очень-очень кисло с водой. Прям нет слов. Что за фигня? Почему так происходит? Я же вроде бы как бы поставил приоритеты. И, как видите, ничего не помогает. Ёлки-палки, сколько их здесь. Ну что, попробуем на автобой? Ну, была не была. Просто порвали. Да, конечно, Георгий схлопотал малька. Но, тем не менее, вот набор исследователя мы с вами получили. А здесь у нас можно вот сюда даже попробовать ломануться. Если что, у нас автосейв, не забываем это. Ну давай ты так ползешь, как черепаха. Фух, была не была, автобой. Порвали. Просто их порвали нафиг. Найденные предметы. Да, тут еще масло мы добыли. И алкоголя маленько для аптечек себе. Хорошо.
Так, отменяем и бежим обратно на свою базу. А я пока, ребят, займусь все-таки водой. Как-то это не айсово получается. Кто-то неподалеку плачет опять и просит помощи. Приоритеты. Приоритеты. Так, давайте сделаем тогда, наверное, на воду чуть ли не каждого. Потому что добыча, добыча, но без воды, сами понимаете, мы ничего с вами не сделаем. Все, вроде бы так, да? Дебора у меня занимается почему-то вообще всем подряд. Я не знаю, для чего это у нас тут сделано. Надо отменить. Так, подожди. Нет, воду оставим. Строительство уберем и производство. И ритуалы, потому что ей они ни к чему. И тренировку тоже. Да и вырубку. Все, вот так оставляем. Так, и у нас Люси, да-да-да, это новый персонаж, которого мы так до сих пор с вами, по-моему, даже не нарядили ни во что. Все, здесь вот это вот левое убираем у нее. Так, у нее 30% к научному исследованию и копанию. Так что, пожалуй, вот так вот как-то мы и оставим с вами. Люси, да, у нее до сих пор ничего нету. Как-то шикарно будет ей надевать вот этот доспех, вам не кажется? Я думаю, что это нам... Кстати, у меня придет команда моя, да, Минотавры, мы оденем. Ну, а пока... Вот так вот тебе доспех, вот тебе куколку и вот тебе бинокль. Все. Как-то пока так. Продвинутая логистика. Слушайте, ну еще нужно... 1000 очков. Это довольно много и долго. Но здесь, здесь, кстати, мы можем здоровье 5%. Ну, в принципе, это не очень-то и мало. Потом нам откроется броня друидская, да? И алоэ вера. Прощай, Серафима. Прощай, елки-палки, это же рогатка. Так, а тут у нас защитная аура. Святость. Шестое чувство. Обнаружение выживших. Кстати, неплохо было бы. Фух. Ну что, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы обязательно с вами продолжим играть в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока. Всем удачи и до скорых встреч.